Всем привет, дамы и господа. С вами меня зовут Денис Сижаков. Я являюсь президентом торгово-промышленной палаты Украины Либерленд, а также я являюсь амбассадором Свободной Республики Либерленд в Украине. А сегодня мы говорим о компании Mundo. Это действительно эксперт в офшор-продукции. Ну, наш канал достаточно много рассказывает об офшорах. Он рассказывает о... Ну, Либерленд тоже как бы определенный какой-то офшор, да? Но сегодня мы говорим о Гренаде и о Кавани-Бэй. Сразу скажу, что в данном случае это предложение для тех, кто хочет получить второй паспорт через программу гражданства инвестиций Гренады, купив студию и люкс-апартаменты в этой резиденции Кавани-Бэй. В принципе, мы уже достаточно много информации выпускали на нашем канале по Кавани-Бэй, то есть в данном случае это резиденция, которым будет управлять один из крупнейших отельных операторов мировых, да, и эта резиденция вам приносит деньги. То есть вы не просто покупаете, вы купили, и вы сразу, в данном случае, получаете сразу пассивный доход с фактическим там никаким налогообложением, потому что это с юристами можно поговорить, да, ну, есть как бы, что там налогов фактически не надо платить. Второе, вы получаете пассивный доход и получаете еще в подарок гражданство Гренады, потому что данный отель, данное строительство данного комплекса поддерживается правительством Гренады. А что дает вам паспорт этого Карибского государства, да, это, в общем-то, то, что вы можете получить инвесторскую визу Е2. Сейчас давайте посмотрим короткий ролик вообще, что представляет собой Гренада, да, это Карибское государство, просто чисто такие зарисовки, а потом продолжим. Поехали. Продолжим. Напомню, что, в общем-то, достаточно много, мы как сняли уже достаточно, по-моему, 4 или 5 роликов за последний месяц по Кавани-Бэй. Еще мы будем делать перевод министра иностранных дел Гренады, да, по поводу данного комплекса. И еще пояснение некоторых значимых должностных лиц, в том числе инвесторов, по Кавани-Бэй, так что поэтому не переключайтесь, подписывайтесь, ставьте колокольчик, когда будет выходить наше новое видео по данной тематике, вы не пропустите.
обязательно внизу. А если хотите, то, в принципе, можете внизу написать нам на наши контакты. Они будут тоже указаны внизу по данному видео, где без проблем вы можете задать все вопросы, в том числе и мне, и как бы наша команда, как команда Mundo, это команда квалифицированных юристов, экономистов, именно и инвесторов, да, которые как бы предлагают данный продукт, которые абсолютно вам все расскажут по данному проекту. Кстати, внизу будет сайт, вы можете тоже на него просто перейти и скачать себе брошюру, да, по Kavana Bay, чтобы получить более полное представление о данном продукте. Итак, вторым видео я предлагаю посмотреть 3D-визуализацию, хотя, в общем-то, мы уже видели, буквально вот на той неделе вышла информация по состоянию на декабрь, да, там зелененькая травка, да, там пальмы растут, да, все, как бы, несмотря везде снег, а там пальмы растут, и как бы уже видео, живое видео, как строится данная резиденция. Но я вам предлагаю посмотреть 3D-визуализацию, чтобы иметь представление, как она будет выглядеть в законченном виде. Поехали.